Ну тихо, не трогай его. Вот тут в коляске как бы, малыш. Если она действительно выпала из окна, как это случилось? Он мне не дает. Кися там, кися. Я тоже хочу. Ну потом покатаешься, ты начнешь ее не забирать, она будет плакать. Пусть покатает его, засыпит там. Вы когда-нибудь работали с графологической экспертизой? Работали? Прекрасно. Вот у девочек это все-таки инстинкт. И кукол нянчит, и котов в коляске нянчит. Да! Качает. Ваша задача про эту Анжелу рассказать как можно подробнее. Все, что вы можете почувствовать. Хорошую игру скачала. Потом название скажу вам. А, Мышкина азбука называется. В общем, нужно собирать слова, ту букву сначала учить. Потом нам нужно собирать слова или недостающие буквы. Описывать недостающие буквы. Очень интересно. И в игровой форме мы их изучаем. Чуть-чуть Рада поиграла с этими пупсятами. И у них там отверстия вот эти как бы расширяются. И начинают выпадать руки и ноги. А потом, когда они потеряются, то Рада, не лезь. То хана этому пупсику придет. Сейчас вот я хочу на резинке их. На резинке сделать руки и ноги. Мама мне так делала. Потом покажу, как это будет. Вот и полечила я пупсика. Теперь у него руки не отваливаются, потому что я соединила все на резинке. Сейчас даже хочу открепить и не могу. Сейчас. Видите, если даже руку она оторвет, то она никуда не денется, потому что она будет на резинке держаться. И ноги также соединила на резинку внутри. Ребята, у нас 26-го, вроде как елка, и вот нам дали слова. Вот это ладно, мы уже вот этот стих выучили про Новый год. Пусть на всей планете Новый год встречают дети. Радостно и весело с плясками и песнями. Это он уже знает. Потом мы вчера учили вот эту песню по тропинкам, по снегам, по лесным лужайкам. Ну, в общем, я включала на компьютере эту песню. И мы пели вместе с Ромой, чтобы и мотив запоминал, и слова запоминал. Но это ладно. Но вот это вот самый ужас. В лесу родилась елочка. Нужно тут один куплет надо петь на казахском, один на русском. Потом опять на казахском, опять на русском. Так. Я вот не знаю, вот тут вот давайте почитаем. Орманда шырша туылды, орманда ол өсті, кысы жазы сымбатыда, жасыл болып өсті. Өсті. Это значит переводится: в лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Но получается, что как-то рифма нету. Я не знаю, как петь по-казахски. Скорее всего, мы будем учить вот так, как слова, а там уже разберется, как там мотив. Я не знаю, вот Орманда шаша туэлды, Орманда ол ост. Вот так, наверное, петь. Кысы жазы сымбатыда, жасыл болып өсті. Ну, короче, наверное, там, кто знает казахский язык, меня забросали уже гнилыми помидорами. Вот. Ну, в лесу родилась елочка, это понятно. А потом вот Боран, Оган, Энен, Салды, Элды, Шерша, Алдеай. А я с Кармен, Ораб, Турды, Усыме, Балакай. Это значит, переводится: метель ей пила песенку, спи, елочка, бай-бай, мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Ну, короче, перевод, видимо, прямой, без всякой этой, ну, чтобы рифмовки нету, и я не знаю, как это петь под песню, ну, под музыку. Привет, беги! Вот и твоя тачка! Это очень вода!
все равно, да, складывается. Твой. Вытащи ее, и я сейчас хорошо попробую скласть эту коляску, правда? Да. Она очень тяжелая, она уже не подходит. Сейчас я попробую. Поменяй местами ее, чтобы она наоборот сидела. Не надо, чтобы она не ударялась об эти. Дети, изверги. Что сделали с очками? Теперь у меня двое очков по одному глазу. Главное, что стекла целы. Можно их, может, куда-то переставить, можно. Пипец. Изверги. Всем привет! Забрала я Рому со школы. Радовалась, ну вот тут по дороге. Но нос не хочет упорно закрывать. Я ей только закрываю шарфом, а она сразу его вытаскивает, начинает орать. Так что с открытым лицом едет. Ну вообще-то сегодня не очень-то мороз. У меня 5 градусов показывает. Утром было 10. Это до этого у нас были морозы по 30. Но школу не отменяли. Мы учились. 29, что ли? Ну, у меня где-то... У меня-то градусник такой, что он теплее показывает. 23 у меня показывало. У Вероники 26 показывало. У нашей учительницы 29. Но ветра не было, и мы ходили. Если было 29 и ветер, то мы бы уже не пошли бы. Приспособили пока вот эту сумку для Роминой принадлежности. Потом отстегиваем, он в школу идет. А сейчас мы идем к нашей бабе костюм Барса дошивать. Елка во вторник у нас, 26 числа. Но мы уже 25 не учимся. Насчет подарков. Все это решали 8 декабря, когда у Рады был день рождения. Меня не было. Поэтому на собрании. Ну, в общем-то, решили они там скидываться по 200 тенге на одинаковую упаковку, чтобы у всех одинаковые коробки были. Мы эти деньги сдали, а подарки там кто что может, что хочет своему ребенку, тот и положит. Просто главное, чтобы были упаковки одинаковые. Ну, меня такое решение устроило. Вот, теперь надо мне понедельник купить какие-то конфеты, принести, чтобы там засыпать их в этот ящик. А во вторник в 10 часов уже будет елка. Сейчас мы насчет костюма идем. А еще по 50 тенге собирали этому Дед Морозу мешок. Ну, типа, если там ребенок рассказывает стишок, чтобы ему там какую-то конфетку давали за это, чтобы на эти конфетки по 50 тенге складывали. Настроение, конечно, не праздничное, потому что папа наш еще до сих пор не приехал сегодня, 22 декабря. Ну, естественно, он не просто так не приезжает, проблемы там. Поэтому печалька, и у меня, у него настроения нету. Елку даже эту еще не наряжали. Ждем, когда папа приедет, тогда уже только будем наряжать. Зато уже баба елку нарядила. Шарики, фонарики. Вот она, бабуля, делает внуку костюмчик. Бабуля красотуля. Шьет. Ну вот эта кофта вообще фотогеничная на камере, яркая. А, ну да, я ж люблю яркое, красное, синее, чтобы было. Ну, как мы все, это я в красной куртке с оранжевой коляской, с фиолетовой или синяя яркая шапка. Так, мы что-нибудь да как-нибудь. Парсик. А этот Иська говорит, а что это? Костюм, говорит, кота? Я говорю, да. А чей? Я говорю, Роми. А что он здесь лежит? Я говорю, потому что я его шью, он тут и лежит, я уже его.
две недели шью, дошить не могу. А мне мама собаку купила. Год собаки, а вы, говорит, кота шьете. Умный тоже, да, уже становится. Ну. Я думаю, убирается. Почему-то календари тоже продают, смотрю, и собаки, и коты. Я тоже такой вопрос задаю. Что это такое? Еще и руки черные от угля, как... Да не видно там ни руки, ничего. Ни ноги, да? Жаль. Это как корову опять мою. Корову выпускала опять. Ой, грязная корова, там надо ей подстилку. А я говорю, сильно жирно. Сильно жирно будет сено. Это порода, скажи, такая. Я вчера чистила как раз подстилку. Я же не чистила у этой свиньи. У свиньи не чистила, пока были морозы. Руки это отмерзали. И там сантиметров 30 это. А там наоборот греет снизу. Короче, я там это, пока вычистила тоже. Вынесла. Включаю. Короче, посадила я своих кур в мешок и несу до мамы. Почему несу до мамы? Потому что вчера у меня лампочка сгорела там, в этом курятнике. Они и так-то у меня мерзли, эти куры. А без лампочки они вообще, им кирдык придет. Ну, поэтому я их взяла, выпустила по сараю ходить. Ну, там, где корова, где свинья. И там же им насыпала еду. Ну, потому что в темноте там они есть не будут. Лампочку я пыталась поменять, но этот что-то поменяла лампочку, но ничего не заработало. Там, короче, значит, или проводка отсырела, или плафон что-то не работает. Короче, не смогла электричество сделать. Отпустила их так по сараю. Сейчас утром прихожу. Одну курицу корова задавила там. Зрелище не из приятных, кишки там, все такое. Короче, чтобы они не мерзли, не мучились, я их посадила в мешок. И отвезу до мамы. Петуха пока оставила, Серега приедет. Петуха это зарежет. А вот этот домик куриный мы разберем. Корову поставим боком, получается, лицом к окну. А из этого куриного домика доски возьмем. Ну, подлатаем где-то, сделаем клетку для теленка. Или ясли для коровы. Ну, короче, доски в дело пойдут. Все, пошла. Ко мне тут еще такая посылка вот с Алиэкспресс пришла. Как раз когда я курей до мамы везла, почтальонную встречу шла, отдала посылку. Я так подразумеваю, что это новогодние маски. Сейчас открою, покажу вам. Да, точно, пришел мой заказ с новогодними масками. Тут не знаю сколько штук, сейчас посмотрю. Вообще 10 вроде должно быть. Вот это львенок, видимо. Материал такой мягкий, ну, такая, похоже, резина какая-то. Львенок. Вот это тигренок. Это 2, значит, вот 3, это зебра. 4, это обезьянка. 5, это какой-то белый тигр. Вот это похоже на... Можно использовать для снежного барса. Но я, скорее всего, думаю, что я просто Роме нарисую нос и усы. А вот эту одену ради. И будет как бы барс-мальчик полностью в костюме. И его сестренка просто в масочке. А это повторяется, получается. Вот уже повторяется тигр опять. Ну, видимо, значит, они рандомно просто складывают маски. Вот это панда. Это кот. Это жираф. Это мышонок. Это собака. И это слон. Очень классные маски. Заказ мне понравился. И этот заказ я потом скажу вам точно, но он, в общем-то, не очень дорогой за эти маски. Так, ну и себе, наверное, что-то одену на утренник, раз уж столько масок у нас появилось. Можно какой-то для игры использовать, кукольный театр какой-то, по сценке делать.
Например, если где-то это ходит самодеятельность, может ребенок, можно сценку какую-то разыграть. Дрова у меня колотые кончились, а тот дядька, который мне рубил, он больше не хочет рубить, не хочет свой топор, короче, ломать. Мой сломал, теперь свой не хочет. Ну и вот я ломаю эти ящики от овощей. Знаете, такие деревянные ящики у нас были. Ну, не знаю, хватит им до приезда Сереги или нет. Вот такие ящики ломаю. И вот еще по дровнику пособирала щепки. Такой фигней топлю. Ну, вот такие шпалы у нас есть, но они на всю длину печки. И как бы калитка не закроется, если такую шпалу запихаю. Ну, в общем, топлю чем могу. В общем, сегодня у нас 25 декабря, понедельник. Не знаю, что тут видно, в коридоре не видно. Наши мужики решили вроде проблемы свои там с работой, с оплатой. Все, едут домой. Но теперь другая проблема у нас. Буран, метель, гололед, в общем. И этот, перекрыли трассы. Я не знаю, как они доедут. Возможно, из-за того, что трассы закрыли, они застрянут в Омске, где, в принципе, я не знаю, как они будут тут сидеть на вокзале, там, или ждать, или что. Ну, вот такая тепло, но ветер, и... Вот я сейчас ходила, помойку выносила, весь снег, он покрылся как бы ледяной коркой. Идешь, и хрустит эта корка. Ну, то есть из-за гололеда не выпускают транспорт, и я не знаю, насколько они теперь застрянут в Омске. Переживаю, конечно. Вот Серега уже подъезжают они к этому Павлодару, сказали, через 20-20 минут будут в Павлодаре, а я ищу им машину через Индрайв. Ну что-то за 3000 даже никто не хочет проехать 30 километров, хотя сегодня правда погода плохая, но им надо добраться по-любому домой. Ну будем еще раз продолжать поиск. В общем, на эндрайвере не получилось ему ехать. Потом договорились со знакомым. Ну, как бы не знакомым, Серегин дальний родственник. С ним уехать. Доехали уже до Молдов. Молды – это 10 километров от Павлодара. Все равно милиция развернула из-за гололеда. Как будто бы завтра льда меньше станет. Точно по такой же дороге так же и поедут. Так бы и ползли бы, доехали бы до дома. Ну нет, развернули. Сейчас теперь ищут ночлег в Павлодаре. Ну, есть тетя там у нас, папина сестра. До нее вроде договорились доехать. Поедут к ней ночевать. И завтра по такой же точно дороге, точно по такой же дороге завтра поедут домой. Смысл было разворачивать их, я вообще не знаю какой. Расстроилась, конечно. Вчера был гололед, а сегодня вот открываю. Не могла дверь открыть, во-первых, потому что она примерзла, во-вторых, потому что ее снегом завалило. Это буквально за ночь. Вчера вот была вода, гололед, а сегодня снег идет. Серега же так не доехал вчера. Тормознули их. На мой лды развернули. Сегодня, надеюсь, приедет. А нам сегодня на ёлку идти. А я управляюсь, пока дети спят. Тигровую. Папа приехал домой наконец-то. Привет всем, наши все уже переживают. Где Серега? Где Серега? Отойдите от света вот сюда. Светит на вас. Че, довольна, что добрался? Конечно. Больше 30 часов добирались. Рома тут 3 дня тренировался. Показывает тебе, как он отжимается. И шпагат, и все на свете. Ну там часы папины, да? Пошли сумку разбивать, пошли. Ну не лохмать, я ее причесывала, а ты ее опять я вверх. Я не буду лохмать, это же мое. Я же, чтобы она красивая пошла на елку. Копа! Недовольна. Язык. Не поймет, кто это. Папин зуб. 3 месяца назад последний раз видела, скажи. Смотри, как отжимается папа. Давай, учись. Ромка, он.
Пошел наш снежный барс на елку. Он хвост теребает. Мы опаздываем, кстати, на елку. Потому что папа-то приехал. Раду мы не стали брать. Потому что еще если Раду я буду одевать, то мы вообще опоздаем. Ром, только аккуратно, сильно не загребай снег, чтобы у тебя снизу не намокли штаны.
Подарки ваши мы искали, все нашли, что потеряли. Мне Снегурка помогала, снег лопатой кидала. Ну а вы тут не скучали? Нет. Песни пели? Да. Танцевали? Да. Молодцы. Нам дедушка, а это твой посох, он его в попухах потерял. Я старалась с вами, ёлка вспыхнула огнями. Вдруг, ребята, остановитесь, крепче за руки держитесь. В хороводе мы пойдем и про елочку споем. На елке, так что сейчас рассказываю свой стих. Пусть на всей планете Новый год встречают дети радостно и весело с плясками и песнями. О, все, мы идем в магазин.